Ні, дякую, дякую. Я в батлах не сижу. Дякую. Ну, а Вибач, просто так вибач, друже. сидіть. Давайте просто так пообщаємось. Я не просто так сижу. Якщо є бажання, у мене ми створили з військовими України телеграм-канал. Ми збираємо там збір на автівку для них. Якщо є інтерес, приєднуйся до телеграм-каналу News of Ukrainian. Читай новини, якщо А є просто не якісь новини. общайтесь, да, ничего. Тут просто на батлах тоже можно собрать аудиторию, какой-то актив. Ну, я не підтримую, я не для цього заходжу, чесно. А вы приняли почему-то меня тогда? А я думав, що це в гості хочуть спілкуватися люди, я О, я приймаю, могу чесно. спілкуватися с вами. А, без питань, давай посидимо, без питань. Я Задавай сам из питання, Самары. бо... Окей. Вы откуда Я сами? з України, Военный. але... А, я ні. Дивись, я з України, з города Одеса, але вже дуже-дуже довго проживаю і мешканець, гражданин уже другої країни, це Америки. І от я сиджу в Америці, як це кажуть, страдаю ерундою Ти проіграв. і Ну да. допомагаю нашим Надо було хлопцям з больше України. тапать. Все. Людям, хлопцям, якщо хтось, Мустаф. ну, Хто хоче люба людина, яка ефір? звертається за Мустаф. допомогою, ми виходимо на відеосвязь, спілкуємось, приєдную військових, які моніторять, бо шахраїв дуже-дуже багато, як ви знаєте. Ясно. Я от з І Росії, допомагаю. ви просто общаєтесь, да? Не спорите там. Бо, чесно скажу, якщо людина адекватна, от Вот я я бачу, адекватный, що... но я бы немножко, ну, то есть я тоже люблю на эти темы общаться, но у меня, ну, как сказать, я бы поспорил с вами во многих смыслах. В чем? Ну, я считаю, что, ну, наверное, вы говорить, будете говорить о том, что у вас война, что Россия напала, да? Я немножко смотрю это под другим углом. Например, про то, что специально Запад натравил Россию на Украину, чтобы зарабатывать деньги, например. А тут я не згоден. Знаєш в чому? Не в цьому питанні. Дивись, Україна вільна країна. До якогось року, якщо я не буду називати цифри, роки, Україна і Росія в місті були. Правильно? Я б, щоб ти було понятно, да, були в місті. Все деньги, которые сплачивались, большей части шли на Россию. Понимаешь? Вот в чем прикол. А. Как только, ну, ты в курсе, да, допустим, газ, авто, продукция, где-то большей части закупалась с России. А теперь смотри, когда Украина решила выйти с этого всего, так как она захотела стать более свободно, европейское, ездить без виз по разным странам, бывать везде, чтобы каждый украинец мог посетить любую страну мира, отдыхать на свои заработанные деньги. Они попросились в НАТО и все остальное. И, ну, короче, не будут там эти все нюансы. Все, вот это пошло. И плюс пошло языковой барьер. То бишь, якобы ущемляют, вот я одессит, я свободно разговариваю и на русском, и на украинском языке. И получается, находятся клоуны, которые, к примеру, блин, стремятся в русский мир, я так тебе скажу, и собираются вот, бригадами и начинают пропаганды делать. Вот я не помню, в каком году, там, в 2005 вроде бы, или в каком году в Одессе. Вот ты представь, просто я тебе пример приведу твоего города. Ты еще раз, Самара, да, вроде Да. бы? Вот смотри, к тебе в Самару приезжает группа лиц, и кричат, вместо Самары будет там Новороссийск или еще что-то. Или даже вот возьмем Киев. Будет Киев. И начинают пропагандировать, блин, а вот это, берут ваш флаг, мочатся на него, на площади вашей там знаменитой, я не знаю, честно, но я образно говорю, вот у вас там есть площадь, собираются и начинают там гадить, срать, все вот это делают, кричать лозунги,
мы там будем, переходите к нам, блин, туда-сюда, блин. Ваш родной флаг тоже берут и топчат, блин, обсирают и все Я делают, блин. понял. Смотрите, по поводу... Что ты сделаешь? Вот просто ответь на этот вопрос. Что ты сделаешь? Я Выйдешь, немножко дашь тоже в ухо. смотрю это под другим углом. Например, было такое, что в Одессе жгли людей, например. Так вот, я ж тебе за это и говорю. Вот смотри, в Ну, в Одессу Одессе же пришла жгли группа. людей. Вот в Одессе Правильно. около 50%, 50, по-моему, людей как-то жгли. По определенным данным говорят, что это бандеровцы жгли. Специально людей, у которых было другое мнение. Не, я тебе сейчас расскажу. Во-первых, Я как раз это не был на был, операции. госпереворот. Вы говорите о Не, том, что не, не, просто не, так не, сама не, Русь не, не, я пришел. тебе сейчас Про не расскажу. был госпереворот. Смотри. Всегда Украина была разделенная. Восток всегда смотрел на Россию, Запад всегда смотрел на Европу, а центр то ли туда-сюда, от президента это зависело. Например, Кравчук и Ёкала мене, Кучма какие же были у вас промытые пророссийские мозги. президенты, а Ющенко Да... был больше проевропейский президент. А Янукович тоже говорил о том, что он вступит в Евросоюз, а в последний момент не Ну подписал так вы-то миростроительство. приняли Януковича? Янукович у вас самый шикарный домик приобрел. Ну, я сейчас Еще круче, расскажу. чем у Путина. Он действительно понимал, что если он подпишет евроинтеграцию и будут сближаться с Западом, то война с Россией неизбежна. Он действительно это понимал. Поэтому в последний момент не подписал евроинтеграцию, так как еще Путин говорил о том, что нам придется закрыть вообще между Украиной и Россией торговый путь, потому что если вы откроете границы для Европы, это значит, что из Европы через Украину в Россию будут товары европейские без таможенных пошлин проходить. Это нам не Так это выгодно, мы это почему это понимаем. плохо? Чего Это это плохо? для того, чтобы европейские товары приходили в Россию, нужны таможенные пошлины. У нас с Европейским Союзом нет договора о А, том, что без во, мы таможенных пришли к пошлин выводу можно было то, что проходить. вас бесит то, Это что не выгодно для украинцы России. могут. Россия Ну хочет, правильно, чтобы не ее выгодно, товары были но зато для таможенные украинцев пошлины выгодно. оплачены. Правильно, смотри, для Украины выгодно, когда она поехала в Европу, отдохнула, привезла оттуда товар, продала людям России. белорусы, ваши, России это не я выгодно. честно Вот тебе. России это не выгодно. Нет, А так смотри, Путин я когда сказал, работал в выбирай, милиции. выбирай, Янукович, выбирай. Либо ты будешь сотрудничать с Россией, получать дешевый газ, дешевые продукты Все, из ему пенька России под или Средней сраку и пошел он Азии, нахер, либо блин. ты пойдешь в Европу. Так как ему как выгодно не предложили европейские страны подписать евроинтеграцию, она А сказала чего подписать, ему и предлагать? оппозиция сразу вспыхнула. У него была оппозиция проевропейская. Они сразу вспыхнули, сказали, что мы Януковича свергнем, и пытались до последнего свергнуть Януковича, пока он убежал. Пока он убежал, на следующий день сказали, что Он съебался, просто он съебался, он не он убежал, он в просто это время был на смылся, блин, территории так, что, блин, Украины. аж Подождите. истребители отдыхают. Он просто Понимаешь? уехал из Киева. По-моему, Так, он находился послушай, во время давай я тебе договорю по тюрьмы. поводу одесситов. Смотри, я как раз был на лечении, я знаю, я тебе уже задал этот вопрос. Если бы в твой город пришли, начали гадить, делать с твоего города, в котором ты вырос, не один Я год, бы сначала другое разобрался, название. кто пришел, почему пришли, за Я что. тебе Я бы рассказываю, сказал пришла мирно, группа если лиц, мирно что-то будут делать, то я не которая, против. смотри, группа лиц зашла, которая, блин, с пропагандой о Какая России, группа лиц? Новороссия, решили с Одессу сделать Новороссия. Новороссия. Это люди были, которые Новороссия. пророссийски настроены. Это люди, которые поддерживали Россию, не Украину. Это О, были люди, которые не, это недовольны уже новым срашки правительством. люди, это Януковича уже не... свергли, оппозиция его пришла, и люди восстали, потому что они не голосовали за Это у нового вас так президента говорят. Януковича. А я был, Турчинова они не я голосовали, лежал, поэтому я видел восстали. на... Люди, я не спорю, За что есть убили? Вот много 48 одесситов, человек. За которые... что убили? В пожаре они сгорели. За 48? что? Ты ошибся, там больше сотни, блин. Ну И ладно, туда им больше дорога. сотни. За что убили? За то, что, блин, поддержали русский мир, все, флаг зубы, не нравится жить в Одессе, Нельзя, да, нахуй съебался у туда. вас не свободно слово, да, не демократия. Вы же Свобода сами говорите. слова, А только есть почему? разница, ты живешь в Украине, Если тебе не Почему в нравится жить в Украине, где Украине, флагом Евросоюза чемодан с... можно выйти, а с флагом А России почему, нельзя? если я хочу? Вот смотри, я выезжал в Китай, я выезжал во все страны, блин. Я закупался товаром отовсюду хочешь. Мои знакомые тоже закупаются отовсюду хочешь. Все. Максимум, что мы можем, блин, это своим отрыгать,
к примеру, взять, У вас же там флаги может не там Европейского 70. Союза были везде по Киеву, с флагом Европейского Союза гуляли, с флагом ЛГБТ И что, гуляли, это вам ничего плохо, не что делали, человек а с выехал за флагом границу и России сразу отдыхает? жгли, да? Не. Если за Россию, да, и топит за Россию, пенька А в под то время сраку, пошел Россия что нафиг. плохого делала Украине? В чем Да она такого? уже и так до хрена, что плохого сделала. А что она хорошее В 2014 сделала? году Вот за что все время, такого что она плохого хорошее делала? сделала? Что вы жгли? Назови мне Я... плюсы, что она сделала хорошего. Вот Что она просто сделала назови, для хорошего? Ну, Украины. как минимум, самый низкий газ продавала Украине по низким ценам. Сама Кому? есть видео о том, что Тимошенко говорит о том, что мы очень такой российский газ по очень заниженным ценам получаем, покупаем, надо это все ценить. Нифига подобного. Рядом с Путиным Наоборот, по она поводу стояла газа и там говорила, есть видео на YouTube. куча неприятностей всяких. Поверь. Постоянно требуют, повышают цены на газ, блин, вот все, что слышат украинцы. Просто Все. Ну в никак. то время Украина в долг брала газ и не смогла выплатить по долгам. И тогда Поверь, Украина легко бы, если бы вы не повышали цены, Газпром, если бы наши в потом Украине тогда Газпром депутаты не купил воровали газ деньги. Украине, Украина осталась без газа. Потом сказали, пока не выплатите свои долги, Не, мы мы, не будем знаешь, вам я тебя газ перебью, но поставлять. мы отошли Потом от темы. Путин встречается с Тимошенко в то время, Да мне подписывает, не опять интересен новые нахуй этот Путин. условия. И Тимошенко говорит, что мы договорились с Россией о том, что с Россией Россия будет Мне поставлять нам газ Путин по нахуй не самым низким интересен, бля, ценам, это еще хуйло из ниже, чем хуйлушных. с Европой было. Мне еще раз говорю, Путин не интересен, это сука террорист, который убивает людей, вот и все. Я понимаю, если есть вот военная база, воинская часть есть, вот туда, бля, херани ракету, блядь. Все, но когда, блин, херачат, блин, по домам, где живут люди, дети, женщины, все, это, блин, ну ни в какие рамки. Нет, Я вам что я не думаю, рассказывать? что целенаправленно российская армия прям бомбит Целенаправленно. мирные города или... Да, Мариуполь расхерачили, Смотрите, Донбасс расхерачили, Донецк смотрите, расхерачили, смотрите. Луганск Я расхерачили, считаю... Запорожье, блядь, тоже там где-то Хорошо, я шло. понял вас. Я считаю, что у вас нет никаких шансов победить. Лучше сесть за стол переговоров и договориться с Вы Тимошенко. отсосете, блин, вы уже сосете 3 дня, ну, 3 дня за 3 дня, ваше государство, Скобеева, этот клоун, блин, кричали, блин, да мы Скобеева за же у три нас дня Киев министр возьмем. иностранных дел, министр Да мне внутренних насрать, дел, да? кто она? Она Она обычный никуда не может пропагандист, она выехать. может говорить все, что угодно. Госсекретари никогда не говорили Киев за 3 дня. Гос Да куда она журналисты, которые выйдет? Она работают в на любую эту страну страну. выйдет, ей наручники надели и до свидания, Вася называется. Она зарабатывает деньги. Вы не берите, не слушайте ее. Киев за 3 дня это полный бред. Смотрите. Ну так Я считаю, что ваши все кричали, цель вы за 3 дня Запада возьмете, блядь. Вы уже третий год Цель сосете. Запада развалить Россию в экономическом плане, ставя ее санкции, Да провалилась. нахер ваша Россия кому надо? Цель Она Запада нахрен никому не разжечь надо. татаров, башкир на русских, на бурятов, на русских тоже провалилась. Ваша Да цель буряты-то вообще нахуй, сука, отсосники открыть дырявые. несколько фронтов, чтобы Россия напала на Казахстан, на Грузию, на Молдавию, тоже провалилась. Поэтому лучше сесть за стол переговоров, чтобы спасти вашу жизнь. Вот и все. С вами никто договариваться не собирается. Я, допустим, нет. Ну Пока не ладно, до съебетесь последнего нахрен с украинца Украины, тогда. да и Ну, все. извините, конечно, я очень до Это до последнего надеюсь. последнего рашика. Поверь мне, сейчас еще, блин, предоставят и вам жопа. Вот Вы и все. видели население Вы Украины? только... Спасибо, Анна, большое. Вы видели Да население? нормальное население Украины. Вот такие, как 15 я, миллионов будут это нормально. помогать нам. Сколько было в Да? 91-м году населения? Да до хрена, и сейчас до хрена, поверь, 52 хватит. На было. вас всех хватит. 52 было. 52 миллиона Украины населения было. На 52, вас, блин, 91 год. хватит. Сейчас 15 миллионов по разным данным, говорят, есть. От 18 ваш Ну, у вас ученый... ошибочные данные. У вас ошибочные данные. Ну, Поверь мне, в Украине все во-первых, классно. после уже Вас 90-х бомбят и годов пакетами отправляют не назад. Вот считали и все. людей. Не считали людей после 90-х годов, во-первых. Во-вторых, Да по мы его разным так сейчас не данным, считаем даже за нелюдей. демографы Все. говорят, что в Украине по последним данным от 18 миллионов до 20 миллионов осталось, человек говорит. Это у вас ошибочные цифры. 30 миллионов, это Но. больше 60% населения у вас куда-то А исчезло. что вы не считаете, сколько ваших, блин, там осталось? 146 с половиной Подсолнухи. миллионов у нас. По последним данным, Да, что-то больше. Что-то больше. У Нет, меня совсем другие 146 с цифры. половиной. Не, что-то вы, блин, не те цифры смотрите. Это вам так предоставляют, там, фейковые. По факту, блин, у вас там, блин, просто, блин, дохренищено. Все. А в Украине все в порядке. А как так получается, что Украина, которая воюет,
люди убегают, ТЦК вынуждены ловить человека, людей и на улице, где в России там каждый год добровольно по контракту подписывают 400 человек. Какой нахрен добровольно? Да вы уже настолько опустили, что вы зэков освобождаете, блин. Вы, убийц, вы блин. Ошибочное суждение по поводу России. Да не-не-не-не-не, зайди правда, по телеграмам, в YouTube забей. 400 тысяч контракт подписывают людям. Убийца, пожизненник, подписал контракт и пошел, правильно? Я не знаю, что думают люди, когда да, вот незнание, контракт, незнание. Если встретите, но это факт, что 400 тысяч в год подписывают контракт и добровольно идут. Вот и все. Убивать людей. Добровольно, не убивать правильно? Людей, отстаивать интересы свои государственные. Какие? Убивать людей? Я считаю, что вы если за бабки Украина готовы, стала натовской мало страной, то, что вас послали за бабки, вы еще и за бабки идете. Я Но считаю, только вы что не забывайте, Украина вы будете возвращаться натовской... в пакетах. Все, что я вам могу сказать. Так, короче. Если Украина стала бы натовской страной, то и Грузия бы стала натовской страной. И Армения. Тем самым Россия через несколько месяцев распадется, как это было в Советском Союзе. Поэтому НАТО, который... Раша просто просрет, блин, на все, что только можно. Расширять я свое могу влияние. Это я не понимаю, почему это происходит. Они нападают на чужие страны, на Югославию, например. На Ирак они нападали, да, спецоперацию устраивали. Но себя считают, что это оборонительный военный альянс. Почему-то они себя называют. Непонятно почему. Да не думаю. Не думаете? То есть они не нападали на Югославию, да? Не, ладно, не, я надеюсь, отписался, я случайно. Как-то я вас не обидел, просто интересно было побеседовать. Все, наверное, да? Уже нечего. Да, да, я буду заниматься я понял, своими ладно. Делами. В любом случае, я не с негативом пришел. Я просто общаюсь. Я тебе честно скажу, почитай за Одессу, как зашли пророссийские люди и начали агитировать. Вот я и все. Ладно, я понял. Ну, значит, слабо читал. Я был там. Вот и все. Я считаю, что я был на операционном столе, я видел, когда привозили и тех, и тех. И люди рассказывали, и там охрана стояла, чтобы, блин, тех не поубивали, потому что они всячески кричали, мы хотим с Одессы сделать Новороссию. Я а одесситы, понял. Блин, молодцы, смотрите, дали пизду и спалили, вот и все. А я считаю, что и мало. Никогда не победить, даже если по 100 миллиардов у Кудафа победит, да не парься, победит, сейчас еще дадут... Не победить, она будет идти до конца. Поэтому да уже победили вас. Лучше подписать уже вас победили. И все это на этом закончится. Никто с вами ничего подписывать не будет. Ну хорошо, блин, тогда мне, вы уже и так обосрались. Вам удачи. Лучше вместо того, чтобы давай. Сидеть в Америке, вы бы лучше защищали свою родину, пошли с оружием. Вот как-то так. Давай. Да легко, придет мое время, я пойду, я буду хуярить. Ваше время Рашу. Придет вот через 20 лет. У вас еще, вы не так пока не у меня молодые, деньги есть, я буду молодой. Помогать, вот и все. Лучше завтра пойти, потому что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Вам удачи.